надо копить заново. Ты чего задумался? Я смотрю. На что? На приставку. А, поиграть во что-то хочешь? Нет, просто смотрю. Ну и как она выглядит? Прикольно. Хорошо. Сейчас подойду чуть-чуть поближе. Мне кажется, что это торче она. Кажется, мне стоит эти торче. Что это что? Я думаю, ну так вот это торче приставка выглядит. Какая? Четвертая? Да. Ну да, это PlayStation 4. Pro версия. Да, это прикольно, потому что приставка 4. Там можно прикольные игры для школы учиться. PlayStation 4. Да. И еще там на PlayStation 4 можно скачать прикольные игры. Потому что на первый там есть не прикольный, на второй чуть-чуть прикольный, на третий еще прикольный. Она где-то еще прикольные. Логично. И какие там самые прикольные? На первой я обнаружил на Mario Kart первой игре. Там я обнаружил, что там на первой приставке неудобно играть. Так на PlayStation нет Mario Kart. А. Он на Nintendo есть только. Ну да, я знаю. Но на... Ну, первый это Nintendo Switch. Она да? Тебе больше нравится? Ну, она, да, больше нравится, потому что я уже с ней привык. Уже давно. Понятно. Ну, с второй приставки я уже... Еще привык чуть-чуть. А скоро новая приставка выходит? Да, кажется. Пятая, да, PlayStation 5. Да, PlayStation 5, а там будут еще бомбические игры. Да, а на по-любому. PlayStation 6 будет вообще пушка-гонка, я думаю. Точно, дай 5. Геймер. Что еще хочешь? Давай. Вот и сегодня, если будет на девятой приставке, то так очень-очень прикольно, значит, там должны очень прикольные бить. Ну, потому что я думаю, если вот Билла составит част с Nintendo, PlayStation. Я думаю, что вот если для видеть част, это будет прикольно. Конечно, мы все ждем, правильно? Да, ждем. Ага, ну хорошо, спасибо за информацию. А что ты делаешь? Я тебя снимал.